Коммунисты итогами выборов остались недовольны. Алексей Масленкин провел одиночный пикет у здания областного правительства. На плакатах лозунги о нелегитимности и нечистоплотности властей. Сам кандидат Масленкин отметил, что никто не контролировал проведение голосования на дому. Значит, имел место вброс бюллетеней. По мнению коммуниста, явка была ничтожно мала. Дума, выбранная таким образом, не может считаться справедливой. Также, отметил Масленкин, недоброжелатели саботировали штаб КПРФ. Я не имел возможности разговаривать ни с коммунистами, ни с наблюдателями, ни с членами комиссии, потому что мне на телефон звонил, каждые 15 секунд звонил робот. Я просто не имел возможности вообще связываться с людьми. И я был такой не один. Весь штаб был блокирован наш таким образом. Это же не случайность.